Вторая половина мая – традиционное время для цветения большинства деревьев в нашей полосе. Университетский городок в Тверском микрорайоне Соминка – не исключение. Но теперь в саду между 7-м и 9-м корпусами белых лепестков стало больше. А все благодаря выпускникам президентской программы переподготовки кадров. Ну, как-то так. Еще недавно в этом углу университетского сада был пустырь, поросший травой. В пятницу над его преображением активно потрудились выпускники президентской программы переподготовки управленческих кадров. Именно одному из них пришла в голову идея посадить здесь яблони. Мы долго думали над тем, как приурочить выпускное событие нашей группы президентской программы, и предложили эту инициативу электорату с тем, чтобы посадить деревья. Есть свободная площадь, которая, в принципе, может быть использована. Инициатива была поддержана. В церемонии посадки помимо выпускников приняли участие ректор, а также руководство Института экономики и управления. Именно этот факультет занимается организацией проведения президентской программы в нашей области. Что касается самих яблонь, то тут самые разные сорта. Есть осенние сорта, 4 штуки из 10, 4 это летние и 2 саженца это декоративные, которые очень красиво цветут. При этом в университетском саду на Соминке еще остались небольшие пустыри. Как говорят выпускники 23-го года, чтобы и у их коллег следующих поколений была возможность внести свою лепту в озеленение пространства между 7-м и 9-м корпусами.